Святослав, бүгінгі тестке дайырдандыңыз ба? Толқынданбай ле, шо өзіңіздің күшіңізге ішеніп отырасыз ба? Оба, мен даярмын. Құрматты студенттер, қырғыздар бір жақсы іште баштарда бысмылда дешет. Сіздер дағы бысмылда деп тестке кіріңіздер. Кыргызстан шагает по России. Студенты Московского государственного лингвистического университета, изучающие язык и культуру кыргызского народа, блеснули своими знаниями. Кин, кин, деген орысша после. Мен білем, мен білем. О, тура, дароле турасын басты. Жаздан кейін жай келеді дейді. Жақсы. От услышанного и увиденного глава Кыргызтеста была приятно удивлена. Батма Топоева-Ставинская экспромтом провела для студентов мастер-класс «Открытый урок». Отмечу, флешмоб Кыргызтеста проходит в рамках объявленного к обмена месячника в честь Международного дня родного языка, который с 2000 года отмечается 21 февраля. Этот праздник был учрежден ЮНЕСКО в 1999 году в целях содействия языковому и культурному разнообразию. Эне тилим, эне сүтүм таалайым, ачык турган ака калпагым маанайым. Кылымдырдан кылымдарга каярбай, сен өркүдүп өсүшүндү каалайм. Сен өркүдүп өсүшүндү каалайм. Мына биз бар болсок, албетте биздин тил өркүндөйт, өсөт. Жыл сайын. Ар бир күн өсөт. Менин тилим, менин дүйнөм чехи, Витгенштейн деп айты. Ошондуктан эне тил бул бары. Студенты МГЛУ подтвердили свои знания, набрали от 70 до 90 баллов. 90 баллов! Мы могли! 90 баллов! Чон Рахмат был тест учен, себе был отдан Манилю, бездин группа учен. Был балдар, беринчи келгенде, бираз толкунданса. Студенты вначале волновались, но та атмосфера, которую вы создали, раскрепостили их. Система Кыргызтест разработана в соответствии с международными стандартами. Флешмобы проходят в укороченном формате – лексика, грамматика, чтение и аудирование. На каждый субтест отводится по 15 минут. Стоит отметить, что в этом году система пополнилась русским языком. Каждый желающий может проверить свои знания языка Манаса и Пушкина онлайн на сайте учреждения. Мирбек Молдакунов, Данияр Абдыкалыков, Алатау 24, город Москва.